Во-первых, со вторичкой на какой-то период времени в плане спроса, скорее всего, можно попрощаться. Потому что единственное, что сейчас будет поддерживать спрос, это льготная ипотека, именно семейная, какие-то многодетные истории, да. А льготная ипотека на Дальнем Востоке, то есть именно все льготные программы, которые можно сейчас использовать, именно они будут поддерживать спрос. Ставки по ипотеке на вторичку, они заградительные, они, ну, просто их люди, давайте прямо говорить, их просто никто не потянет. Поэтому из-за отсутствия спроса потихонечку будет ползти вниз ценник, продавцы будут понимать, что нужно было продавать полгода назад, ну или хотя бы там месяц-два, потому что полгода назад цены были как раз на пике, и с этого момента они опустились примерно там на 5-6% около того. И будут потихонечку либо снимать объект с продажи и пытаться уходить в аренду, либо просто их снимать и ждать, когда наступят времена получше, чуть-чуть хотя бы. Потому что по таким ставкам 20 плюс процентов, ну, практически никто не в состоянии сейчас вытянуть ипотеку, если мы говорим именно о таком о стандартном, да, жилье, о комфорт-классе. А по продаже, в принципе, каких-то проблем-то нету. На самом деле, если нужно, берите, продавайте. Но вопрос здесь будет стоять по-другому. Во-первых, сейчас уже видна разница между ценой продажи полгода назад и ценой продажи сегодня. Да. То есть это, ну, если мы продаем, опять мы говорим, да, здесь про комфорт, про стандартное жилье, про эконом-условный сегмент. Да. А разница для людей, которые продать могли квартиру там за 10 миллионов, и которые сейчас они могут продать за 9-9500, она колоссальная. Это не элитное направление, да, это чуть другая история. А если нужно продавать, и если есть куда переложить эти деньги, то почему бы, собственно, и нет? Или если есть какая-то острая в них необходимость. Если сейчас такой возможности именно переложиться куда-то нет, если нет острой необходимости в деньгах, то опять-таки это шторм, который лучше пока что переждать. Почему его лучше переждать? Потому что нужно понимать, что ипотечная ставка вместе, точнее, ставка ЦБ вместе с ипотечной ставкой, они рано или поздно все равно пойдут вниз. Когда у нас в 2014 году ее подняли до 17%, то к 11%, 17-17,5%, точно не помню уже, к 11% она вернулась, ну, примерно за 9 месяцев. То есть на этот срок, если есть возможность, то продажи лучше заморозить, потому что условия продажи именно по деньгам, они просто могут быть получше.